Ивановец Алексей Савлуков теперь представляет наш регион в составе сборной страны по кендо. Воспитанник тренера Александра Цуканова в очередной раз доказал свое мастерство и завоевал право выступить на чемпионате Европы в Сербии. Турнир пройдет в конце мая. В результате комплексной подготовки мы достигли таких успехов. Соответственно, были чемпионат по Центральному федеральному округу, чемпионат России, на которых наши спортсмены демонстрировали лучшие результаты. И благодаря этому на данный момент наш спортсмен отобрался в сборную. Сейчас Алексею 17. Кендо он занимается на протяжении 8 лет. Благодаря этому виду боевого искусства смог познать японскую культуру и постичь самого себя. Я пришел, был маленьким, пухленьким мальчиком, который бегал с палочкой, которому все нравилось. И я не думал, что я в дальнейшем изменюсь, вырасту так. Но спустя большое количество тренировок я сумел постичь кендо и вырасти. Дорога в сборную России непроста. Настоящего успеха добиваются только самые трудолюбивые и целеустремленные. Тренеры успехам ребят, конечно, рады, ведь такие достижения – плод совместных усилий. Это не какие-то случайности, это, в общем, итог нашей многолетней работы. Вот в этом году у нас Алексей едет на чемпионат Европы, и мы очень надеемся, что в следующем году череда наших ребят тоже попадет. Интересно, что в этом году спортивному клубу «Ракурай», что означает «удар молнии», исполняется 15 лет. И такие достижения воспитанников – отличный подарок к юбилею. Анатолий Логинов, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.